Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Попади в десятку». У нас на обзоре пневматический револьвер Глетчер СВР-8. В комплекте нас ожидает руководство по эксплуатации, сам револьвер с 6 фальш-патронами, сменная прицельная планка и спидлоудер. Главной особенностью данной модели является ее 8-дюймовый ствол, который к тому же еще и нарезной. Благодаря этому револьвер обладает отличной точностью выстрелов. А еще он стреляет свинцовыми пулями калибром 4,5 мм. Максимальная начальная скорость вылета пули достигает 125 метров в секунду. Одного баллончика CO2 хватает примерно на 60 выстрелов. Корпус и механизмы револьвера выполнены из металла. Револьвер оборудован открытым прицельным приспособлением, это мушка и регулируемый целик. Также есть возможность установить планку вивера, на которую можно закрепить оптический или коллиматорный прицел. Баллончик с газом устанавливается в рукоять. Дожимается прижимным винтом. Самое время перейти к испытаниям. 120 метров. 127 метров в секунду. 135 метров в секунду. Приобрести револьвер вы можете на нашем сайте, ссылка в описании к видео. На этом у меня все. Если вам понравился обзор, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. С вами был ваш интернет-магазин «Попади в десятку».